Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Болотная Атака 2. Так, забираем свои ежедневные поставки. Это 19 карточек на Джо. Так, что у нас получается? 318 монет. Значит, я могу кого-то повысить по уровню. Кого? Сварщика или Пейпер? Давай-ка посмотрим, что у Пейпер есть. Так, по-моему, она у нас получает 8-й последний уровень. И у нее что-то откроется. Ну-ка посмотрим. Что же это будет? Так, поздравляем, у тебя есть воздушный удар. Хорошо, это как у Вэя. Ладно. Так, друзья мои, у нас осталось совсем ничего, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7 уровней, так что приступаем. И насколько я понял, да, вы мне написали в комментариях, вот этих персонажей еще пока в игре нету. Ладно, но не забывай, что скоро, когда у нас пройдет обновление, что-то появится. Возможно, даже онлайн режим, где мы будем либо соревноваться друг против друга по очкам, либо что-то еще. Я наконец думаю, что свинку починят. Да, потому что, ну, резона, ребята, нету ее покупать, чтобы получить каких-то там 100 алмазов. Должно быть какой-то другой вариантик приобретения или разбития этой свинки. Ну что же, давай тогда приступать потихонечку. 29 уровень. Кстати, по-моему, там можно будет еще Пейпер прокачать, но это будет уже позже. Так. Ну и что вы, ребята, мне сказали, что она хороша? Где она хороша? Объясни мне. В чем она хороша? Не знаю пока, не знаю. Посмотрим. Перезарядка очень долгая. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Хорош, медвежонок. Да чтоб тебе. Нет, даже дядя Вэй, по-моему, будет лучше, чем Пейпер. Так, ладно. Ну вот куда ты летишь, а? Не успеваю. Элементарно не успеваю. Да горите вы в аду, ё-моё, медведи. Давай. Отлично, так, ну, куда ты летишь? Да я даже здесь не успеваю подбить, ты понимаешь? Я даже не успеваю эти снаряды подбить. Так, ладно, у нас с тобой есть авиаудар. На. Трындец. Жуть какая-то. Так, ну. Минус. Минус. Нормуль. Погнали. Как же ты меня достала со своей перезарядкой? Нет. Пейпер это не для меня. Так, ну что, последняя волна? Вот куда ты летишь, а? Сова. Вдребезги ее. Так, что зависло, я не могу понять. Почему? А почему до конца не дошло? Не знаю, друзья мои. Ну и посмотрим, сколько у нас с тобой светлячков. 3. Вот что хочешь, делай, но я тебе скажу одно. Пейпер не для меня. Мне не нравится этот персонаж именно своей долгой перезарядкой. Так что будем играть Вэем. Вот Вэй это да. Это имба какая-то. Где он? Вот он. Ну что, у нас с тобой 30 уровень. Вперед, как говорится, из песни. Борьба за выживание. О, вот это я понимаю. Так вот, курицы. Тихо. Давай, совы летят. Так, медведи идут. Вы что, издеваетесь надо мной, что ли, а? Ну, похвалил, называется, Вэя на свою голову. Это, ребят, трындец полный. Тут знаешь, что нужно? Тут нужно вот так вот делать. Да откуда, сука, курица-то бежит? Ёпрсте. Успокоились, курятник. Фух, выжили. Трындец. Блин, даже на одного светлячка только лишь хватило нам. Так, давай сундук быстрее открывай, смотрим, что там у нас.
43 монеты, Вилли и опять же Пейпер. Двигаемся дальше. Остается 5 уровней всего лишь. 5. Ну-ка. Я думаю, что вы здесь будет нормально. Бойся, бойся, как можно сильнее. Да вот шиш вам. Так, лиса опять со своими курицами, а. Ну давай, давай, давай. Отлично, не успела. Так, эти с аркибузами идут. Давай, 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 давай. Их в первую очередь надо валить. Так, теперь черепахи. Черепахи разогнались. Чё ты так долго перезаряжаешь-то, парень? Ну и чё ты такая довольная, а? Лиса. Лыба она мне там давит, понимаешь ли. Так, давай сделаем таким-то образом. Так, последняя волна пишут нам, да? И без лисы тут, как всегда, не обойдется. Нате вам вазу. Еще удар. Ага, не нравится. То-то и оно. Это вам не хухры-мухры. Бонус за здоровье. Всего лишь тыщенку дали. Зато 3 светлячка. Остается всего лишь 4 уровня. Так, бонус за серию побед. Монетки. Так, Сони плюс Вилли. Ну, а мы с тобой продолжаем. Так, это у нас защитите яйца, да? Ну что же. Точнее, даже не яйца, а защитите куриц. Так, эту фигню ломать бесполезно. Мы это знаем. Эй-эй-эй-эй-эй! Ты смотри, что делать, а? Идет как сумасшедший, машет своими лапами. Крокодил тут еще лезет. Минус. Шикарно. Так, надо сделать удар. Совсем другое дело. Так, вазы. Замечательно. Так, ваза пускай там пока стоит. Эй-эй-эй-эй, крокодил, куда лезешь? Без очереди. Ну. Так, так. Все, ребят, последние комарики у нас тут остались. Уровень пройден. Слушай, ну довольно легко, когда применяешь вазы и воздушный удар. И на 3 светлячка. Ну что, переходим с тобой на следующую миссию. Так, награды получаем, 45 монет. Бабуля Мау и сварщик. Слушай, бабуля Мау пока еще не может, да, прокачаться? К сожалению. Или может? Нет, не может, не хватает буквально двух карточек. Так, а что у нас с Вилли? Ну-ка, я могу же его прокачать? Могу. Он получает 8 уровень, и смотрим, что ему открывается. Поздравляем, теперь у тебя есть огненная бомба. Ну, огненная бомба для нас это не новость. Так, а может быть нам взять Сони? Нет, все-таки Вэй будет покруче, наверное, я так думаю. Ну что? А, энергия закончилась. Тогда придется брать Сони. Ну что? Сынок, готов? Погнали. Вперед, вперед, вперед. Оптимистично, да, сказано? Вперед, сова. Сова в шлеме. Ну, фиг ты тут успеешь что сделать. На, ты посмотри. Так. Расколбас Петрович. Я, по-моему, нам лучше вот так вот делать. Как ты думаешь? Очень мало здоровья. Очень мало. Справимся ли мы, а? Иди ты. Ну вот, 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 началось. Нет, с курицами я не могу, ребят. С ними сложно, блин. Выйти, конечно же, выйти. Нет, Соня меня подвел. Здесь нужен дробовик, ребят. Вот против куриных этих набегов нужно брать кого-то с дробовиком. Конечно же, Джо. Конечно же, наш Джо старый. Вот он-то покажет, где
раки зимуют со своего маленького дробовичка. Ты видишь, что он делает? Но что ты там делаешь, а? Давай, 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 давай. Так. Ну, как тебе? Шикарно, согласись. Давай, 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 давай. Ну. Так, секунду, секунду, секунду. Так, остались два бобра. Так, крит удар и крит. Так, Солушка, ты куда летишь? Вот и все. Я тебе сказал же, что Джо в этом мастер. Именно когда вот бежит очень много куриц, да, он со своего дробовичка наяривает «Будь здоров». А у нас с тобой предпоследний уровень. Ух ты, какой дали сундук шикарный. Так, 123 монеты. Сварщик 21 карточка. На Джо 21 карточка. Так, на бабулю Май. И 3 гема. Ну что, переходим с тобой на предпоследний, 34 этап. Слушай, я ведь могу... Где у нас бабуля? Где бабуля? А, бесплатно заберем. Так. Бесплатно. Семейка, семейка. Так, бабуль, давай-ка мы тебя, наверное, прокачаем. Ага, не хватает. Нужно 150 монет. Все, я понял. 150 монет. Сохраняй спокойствие и продолжай стрелять. Нормально. Попробуем. Так, так, так. Только так вот влупим, наверное. Ну что ты там, Джо? Заглючил, бедолага. Так, слишком много куриц. Слишком много. Эй, курятня. Может, хорош уже? Так, давай, 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 давай. С этим разберемся. Ну что, ждем следующую волну. Погнали. Курятню нафиг. И все, что ли? Нормуль, 39 тысяч очков получили. И бонус за здоровье 1500. Так, светлячки довольны. И мы с тобой переходим на последний 35 уровень. Так, сундук. 69 монет. Дядька Волосач и Сони. Ну, а я пошел на 35-ю миссию. Что у нас тут будет? Да воцарится хаос. Ой, лисы, лисы. Что-то этот медведь меня напрягает. Воу-воу-воу-воу, а почему у нас такая слабая атака? Почему слабая атака, я тебя спрашиваю? Ты достал уже, а? Давай перезаряжаем. Вот так оно будет эффективнее, мне кажется. Куда поплыли? Никаких вам плаваний. Так, эта курица пускай бежит, я на нее даже внимания обращать не буду. Так, ага, все, это нормуль. Так, давай-ка бросим с тобой лису, 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 надо в первую очередь ее, чтобы она этих кур больше не бросала. Давай, 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 иди. Вот куда ты прешь, откуда ты вот прешь? Медведь, матрешка, на. Ну вот и все. Друзья мои, по ходу дела мы с вами прошли 35-ю миссию. Соответственно, это не конец игры. То есть она будет дальше.
как говорится, дополняться миссиями. Ну, а пока вот на этом как бы все. Мы с тобой посмотрели, мы с тобой прошли, вот который контент у нас есть с тобой на данный момент. Так что будем ждать продолжения. А вот когда оно будет, ребята, это уже неизвестно. Но если что, вы следите за этой игрой. Как только появится, сразу же мне пишите в комментариях. И мы, соответственно, с вами дальше будем продолжать проходить эту игру. Ну а на этом, пожалуй, все. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!